130 бюджетников Ямала отказались от помощи в улучшении жилья и тем самым не дали получить ее другим. По результатам проведенного анализа реализации программы для бюджетников выяснилось, что в сводный список участников программы по итогам заявочной кампании, проведенной в 2012 году, было включено 657 граждан. При этом пятая часть заявителей в установленный срок документы в Фонд жилищного строительства не предоставили. Таким образом, участники не только упустили шанс улучшить свои жилищные условия, но и лишили других граждан возможности принять участие в программе. Всего в рамках программы заключено 418 трехсторонних договоров об оказании финансовой поддержки. В том числе 284 семьи воспользовались денежной помощью на погашение части основного долга по ранее взятым ипотечным обязательствам. 134 семьи использовали финансовую поддержку от округа на первоначальный взнос по ипотечному кредиту. Добавлю, общая сумма выплат по данной программе Фондом жилищного строительства Ямала на 1 июля составила 395 миллионов рублей.